Вітаю в ефірі «Тема дня». І в гостях у нас сьогодні лікар-терапевт-дієтолог Людмила Ярмошенко. Людмила, я вас вітаю. Здравствуйте. І триває зима. Зима – це завжди черга свят. І вони завжди пов'язані із застіллями. І зараз люди отримують результати цих застілів. Взагалі, з чим зараз звертаються до вас? Конечно же, вот череда праздников, она обуславливает то, что мы хотим покушать что-то более калорийное, более вкусное, более сладкое, да, и меняется питание, меняется, накладывается еще и то, что меньше двигаемся, потому что... Еще локдаун. Да, то праздники, то карантин, меньше двигаемся, и вот эти калории, они накапливаются, к сожалению, не в виде мышечной массы, а в виде жировой ткани. И вот, конечно же, с весом, с избыточным весом обращаются многие люди, а также обращаются с состоянием плохого самочувствия и с различными обостренными хроническими заболеваниями. Что необходимо нам точно понимать и знать о жировой ткани, это то, что, как мы все привыкли считать, что вот... неправильное питание, да, избыточное питание, неправильное, оно провоцирует только избыточный вес, объемы, но жировая ткань, она есть как внешняя, подкожно-жировая, так она есть и внутренняя, висцеральная, более опасная она, чем подкожно-жировая. Почему? Потому что мы получаем капли, жировые капли именно в внутренних органах и в сосудах. То есть это сердце, это печень. Яким важко працювати. Ожирение печени, да, жировой гепатоз, тот же стеатогепатоз. Это тоже развитие атеросклероза, это липоматоз почек. Это дело в том, что абсолютно все в наши внутренние органы подвержены накоплению жировой массы. Вот как мы можем на бочках увидеть у себя накопление подкожно-жировой клетчатки, так и внутри она откладывается в виде висцерального жира. Почему она... И это больше загрозливее, ніж Більш загрозливіше, тому що моментально нарушається не тільки структура, да, якщо там йде накоплення жирових капелек, але й нарушається функція цих внутрішніх органів. Да. Некоторые сразу дают о себе знать, такие как жировой гепатоз. Некоторые, как атеросклероз, дают отдаленно о себе знать в виде инфаркта, инсульта. Проблема зайвої ваги – це взагалі не тільки проблема естетики. Не только проблема эстетики, но и очень важная проблема здоровья и здоровья наших внутренних органов. И кроме того, да, что еще какой факт уже в медицине очень хорошо известный, что жировая ткань – это эндокринная ткань. Это эндокринная ткань, которая выделяет в кровь достаточно много гормонов и биологически активных веществ. А на что они влияют? Именно она влияет на жировой обмен, на свой, на свое состояние, да, и на углеводный обмен. То есть получается, как вот такой замкнутый круг, тобто вона как снежный ком. Вона потребує їсти. Вроде бы человек немножечко сбился с графика, где-то праздники, где-то локдаун, где-то что, и пошло накопление жировой ткани, и уже она же в большом количестве, если она накапливается в организме, она выделяет большее количество тех гормонов, чем должна выделять в норме она их должна выделять определенное количество, но она, допустим, ее уже больше по количеству, она выделяет этих гормонов больше, и они уже негативно сказываются на жировом обмене. Каким образом? Они тормозят общий обмен веществ и усиливают накопление жировой ткани. Уже когда становится, да, больше. Ее становится вот эффект снежного кома получается. Но вот этот замкнутый круг, его можно разорвать, то есть это не беда, не нужно отчаиваться в этой ситуации, его можно разорвать. Во-первых, это питание, да, мы можем не называть это диетой, можем называть это правильное питание. Конечно же, питание подбирается индивидуально с учетом всех личных особенностей, анализов, эндокринных особенностей, с учетом жалоб пациента. Так, є режим, есть обязательно постулаты. Є режим, так.
Конечно, конечно, есть постулаты. Кроме питания, на сегодняшний день есть очень много методик, и есть очень эффективные методики. Например, я давно работаю, давно назначаю такую методику, как кавитация, фокусированная кавитация. Это уже воздействие, это аппаратная методика, это физиотерапевтическая процедура. Она относится к неаблитивной, то есть не проникающей процедуре, и она напрямую воздействует на жировую клетку. Да. Каким образом? Аппарат манипула излучает ультразвук в режиме безвредном для нашего организма, но жировая клетка, не все 100% под воздействием этого ультразвука разрушается, но около 20-30% жировых клеток в той зоне, на которую воздействует ультразвук, они просто теряют свою мембрану и просто перестают существовать. Естественно, их патологическое вот это гормональное влияние на организм сразу же прекращается. Угу. Да? Але якщо ми йдемо, ну, звичайним путем, звичайним шляхом правильного харчування. Чи допомагає це позбавитися цих жирових клітин, чи вони все ж таки залишаються? Дело в том, что когда мы на правильном питании, мы уменьшаем их в объеме. То есть наша жировая масса, она уменьшается в объеме, но клетка жировая сама, как структурная единица этой жировой массы, она не погибает. А потом вона щось з'їсть і знов виросте? Она может, да, она может опять начать свою работу, если опять же человек возвращается к какому-то перееданию, высококалорийным, сладким продуктом. Поэтому вот так и нестабильно, да, то есть вроде бы человек посидел 3-4 месяца на правильном питании, на диете, потерял вес, потом возвращается к привычному, да, шоколаду, конфетам, и опять его набирает. Почему? Mm-hmm. Потому что опять же активируются вот эти жировые ткани, которые мы не до конца убрали, а просто уменьшили их объем. То есть все же таки физиопроцедуры дуже важливі. Помогать нужно, они эффективны, они безопасны, но перед такими назначениями обязательно нужна врачебная консультация, потому что имеют свои противопоказания, okay. Конечно же. Какие противопоказания? Общие противопоказания для всех – это кожные заболевания. То есть если мы видим, что кожа нездоровая, ни в коем случае мы не делаем. Противопоказанием являются такие проблемы, как онкологические. Почему? Потому что любая физиотерапевтическая процедура при таких проблемах противопоказана. Обязательно врач смотрит полностью состояние пациента, смотрит состояние сосудистой стенки, венозной стенки. При некоторых проблемах сосудистой стенки назначаются другие виды физиотерапевтического воздействия. Кавитация, для того, чтобы ее грамотно назначить, нужно посетить консультацию сначала врача. Эта консультация будет бесплатная, почему? Потому что пациент пришел, в принципе, на процедуру, а не на консультацию. Но перед процедурой обязательно врачебная консультация. Но это кавитация, это... Воздействие ультразвуком на жировую ткань. И он ее разрушает. Разрушает не все 100% в той зоне, где воздействует, а от 20 до 30% клеток он каким образом разрушает? Клеточная мембрана под воздействием ультразвука разрывается, и содержимое этой клетки, это абсолютно безболезненная процедура, содержимое этой клетки выходит в лимфу, в лимфоток, через лимфоток кровоток, и естественным образом оно выводится из организма. В этот день тоже особенный режим приема пищи, особенное питание назначает врач, и в этот день опять же режим питья, то есть много водички теплой нужно в этот день будет пить. Это очень интересные возможности Сучасные технологии очень хорошие, и не только эта процедура есть на сегодняшний день, есть очень много процедур, и нужно подбирать, опять же, эти процедуры все индивидуально. Но я так понимаю, что все же таки идет мова про то, что это таки, ну, экстренные меры, так? А основа, основа все ж таки наша, то, что правильное харчевание. Конечно, основа — это только правильное питание, потому что если человек...
продолжает калорийную еду кушать, сладкую, мучное, и думает, что вот процедура даст ему какой-то значительный результат, а процедура даст меньше результата на менее короткий период времени, то есть основа это все-таки питание. И знаете, есть еще такое ошибочное мнение, мы все думаем, что неправильное питание это только переедание. Но на самом деле неправильное питание – это не только переедание. Неправильное питание – это отсутствие в питании того необходимого количества веществ, да, которые нашему организму необходимы, это даже больше все относится к неправильному. Мне кажется, страждают очень подцінюючи ось цих екстремальних дієт, де ми виключаємо якісь продукти, так, для того, щоб там досягнути гарних результатів. Да, может быть, даже от недостатка какого-то одного, я не говорю уже о комплексе каких-то нужных для организма микроэлементов, минералов или тех же аминокислот, может случиться пусковой момент развития того или иного заболевания, к которому человек генетически склонен. Поэтому, да, это научно и медицински доказано. Поэтому вот эти все экстрим-диеты на продолжительный период времени, они опасны своим пусковым вот этим толчками развития заболеваний, к которым склонен данный человек. Ну, а взагалі, що таке тоді збалансоване питання, тобто харчування, що має людина отримувати із своєї їжі? Смотрите, по крайней мере, да, вот как мы привыкли, должен быть завтрак, да, и очень многие говорят, я правильно питаюсь, я завтракаю, но в этот завтрак входит всего лишь, да, один бутерброд с каким-то таким, или с колбасой, или с каким-то, ну, не совсем качественным маслом, и там, допустим, чай, и вот если разобрать этот завтрак, этот бутерброд, на самом деле он в себе не вмещает ни белков, ни аминокислот, не тех микроэлементов, которые должен быть. Это уже на снеданку. А это уже должно быть, это и магний, и цинк, и хром, и селен, и медь. И, а почему должно быть уже на завтрак? Потому что на самом деле все пусковые вот эти наши механизмы работы обмена веществ, все наши гормональные механизмы, они запускаются утром, они запускаются даже мы еще спим, но уже запускается наш внутренний биологический ритм по метаболизму, по обменным процессам. И, конечно, мы уже на завтрак должны дать то, что организму необходимо. И витамины, и минералы, и микроэлементы, и белка какое-то количество. Может быть, растительные, не обязательно животные. Да? То есть мясоеды могут поспорить, что вот я мясо не люблю, зачем мне белок? Белок может быть абсолютно растительный, может быть яичный белок, может быть... То есть вегетарианцы взагалі то також могут гарно конечно, и полноценно харчуваться. Да, могут полноценно питаться и... Если лучше, конечно, всего, если человек какие-то ограничительные меры в свое питание вносит, да, то есть переходит в вегетарианство или как-то меняет свое питание, лучше проконсультироваться с диетологом, потому что нутрициология и диетология, они немного отличаются. Если нутрициология – это полностью все знания о пищевых продуктах и о питании, то диетология совмещает знания о продуктах, о питании со знаниями о организме, о его заболеваниях, и уже лично даже каждому человеку может посмотреть, что больше подходит, что менее подходит. И когда пациент обращается к грамотному специалисту, диетологу, да, естественно, этот специалист делает сначала обследование, и он составляет свое мнение о здоровье данного пациента, чего больше нужно в питании, чего меньше, каких микроэлементов, возможно, недостаточность. Да? И очень часто на сегодняшний день назначают лекарства, лекарственные формы микроэлементов. Это очень популярно. Сейчас очень люди дуже полюбляют покупать витамины, БАДы, все-таки інше. А чи це виправдано?
И не только люди любят покупать, да, вот я против всегда самоназначения, но на сегодняшний день и назначают медики, потому что, например, мы все знаем, что обязателен цинк, да, когда человек страдает инфекционными заболеваниями, потому что это поддерживает иммунную систему, да, или назначается йод, когда человек страдает теми или иными заболеваниями щитовидной железы. Але ми не можемо отримати із їжі ці макроелементи, чи можемо, чи треба дуже багато їсти? Дело в том, что все микро, макроэлементы, минералы, даже некоторые витамины, они водорастворимые. Угу. И смотрите, вот вы купили одну пачку того же магния или хрома, или цинка, вы пропили месяц, да, через 5-6 дней этого микроэлемента у вас в организме нет. Нет, почему? Потому что он выводится с той водичкой, которую человек пьет. Тоди поэтому надо... эти микроэлементы все нужно получать не с добавками и не с препаратами медицинскими, а и с нормальным питанием. Поэтому я и акцентирую внимание на то, что правильное питание это не только когда человек не переедает и вот ограничивает себя во всем. Угу. Правильное питание это режимное, это сбалансированное, это разнообразное. Именно тогда, когда пациент, когда человек получает необходимые аминокислоты, витамины, минералы, микроэлементы именно с питанием. А врач уже по необходимости может доназначить, если он подозревает пациента, там, недостаток витамина D, да, допустим, это жирорастворимые витамины, перед его назначением обязательно нужно сделать анализы количества этого витамина в крови, потому что в отличие от водорастворимых витаминов, жирорастворимые, они накапливаются, да, и нам нужно обязательно... Или назначить, допустим, тот же микроэлемент, который он подозревает в недостатке, да, то есть он спрашивает, ведет учет, как вы едите морепродукты, как вы едите орехи, рыбу, он понимает, что если у данного пациента проблемы, да, с щитовидной железой, он ставит диагноз эндемический зоб, и он при опросе понимает, что пациент недополучает продуктов, богатых йодом, он доназначает этот йод, но... Вместе с этим он рекомендует продукты, богатые йодом. Почему? Потому что он понимает, что человек месяц пропьет этот йод, а дальше этот йод он должен получать с едой каждый день. Потому что каждый день он будет опять же выводиться водичкой. Ну, отже, дійсно, це дуже складна наука, і треба користатися порадами спеціалістів. Я дякую вам за них. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була лікар-терапевт, дієтолог Людмила Ярмошенко.